Православные! С Пасхой! У нас сегодня вылазка в горы. С полной выкладкой. Короче, поползем с пасками, яйцами, колбасой, вкусностями. Валя обещала очень красивое место. Вот, я утром вылезла, было плюс 3. Я прям это самое. Да не пикай ты, знаю я. Вот, я прям это прочувствовала. Все 3 градуса на этом самом. Ну, ясно перед, что я тебя вижу. Прочувствовала, так сказать, на своем этом. Написала девчонкам, одевайтесь тепло. Но сейчас вроде немножечко раз это самое распогодилось, плюс 9. Ну, вроде бы солнце, но хотя показывает, что дождь должен быть. Ну, так пасмурненько, но ну, солнышко. Может, конечно, погода еще передумает. Вот, так что мы это самое набрала с собой горнолыжных. Нет, горных ботинок, куртку, этот вест по-норвежски, такую безрукавку теплую, запихнула еще на всякий пожарный этот самый свой длинный. Шарф. Вот, загрузилась яйцами, колбасой, Пасхой. Вот я и думаю, как я это все потащу. Я одновременно еще буду снимать. Так что я, конечно, постараюсь снимать по ходу дела. Но посмотрим, что за приключение из этого дела выйдет. Тут на медне, значит, это самое, девчонки присылали видео, как надо по каким трущобам, ой, трущобам, чащобам пойдем. Значит, это самое такое а-ля перевал Дятлова. Ну, не Дятлова, конечно, но на перевал. Я посмотрела на это все, говорю, слушайте, как Суворов, Сальп. Спускаться и подниматься. Подниматься на карачках, спускаться на этом самом, на мягкой точке. Но меня уверили, что там есть где-то это самое, более приличная дорога. В общем, я решила, что по чащобам я не поползу. Не так, это по приличной дороге. Потому что это самое, снимать, показывать, разговаривать. И тащить Пасху в одной руке, рюкзак, значит, за спиной. А думаю, надо как-то это самое пристроить еще эту сидушку. Взяла такой, как бы сказать, поджопничек. Подтопничек. Когда-то сваленный для каких-то этих самых своих нужд. Ну так, в общем, он по тем нуждам, по которым я свалила, он не прошел по весу. И теперь у меня Фоксик любит спать на нем. Потому что такая большая, хорошая такая. Теплая, шерстяная, войлочная подкладка. Ну, в общем, едем. Ну вот, я почти на месте. Это у нас сплошные пешеходы, вернее, лыжники. Стою на асфальте. Я в лыжи обутая, то ли лыжи не еду, то ли я спортсменка. В общем, пункт X, с которого поползем куда-то в горы. О, там снег еще лежит в горах. Готов. Вот. За это самое.
Осталось пасочку взять. Да. Тут у нас это самое, еще вкусняшки какие. Ну вот я не знаю. Вообще. Да, все. Не будем. Красавчик. Идут в обход. Валя думала, будет ужин. Ага. Ну, не знаю, как кому, но я уже едва дышу. А, это я. Дышу, как паровоз. О, красота какая. О, привал. Да. О, какая красота. Для ридной Украины и для ридной Белоруссии, России и для всех остальных. С Пасхой преодолеваем себя. Дорогие родители, вітаємо вас з Пасхою, з колбаскою, з красним яйцом. Горілкою. Яка горілка? Без горілки. Ну от. Короче, збили. А вон там у нас снег лежит. Ну, это, кстати, очень недалеко. Спасибо, не надо. Я воздержусь. А то я сейчас тут в обморок ляпнусь. А им же ж надо либо вниз меня тащить, либо вверх. Лучше вниз скатывать. Осторожно, ребенок не это самое. Оседлала. Старый? Вот там вот такие же. Раступись, угрюм реку! Петр Громов идет! Торфяное такое болотце. А мы там не втопнем, там торфа столько. Ага, пойдем поверху. Айлин, стой там! Да не переживай, ты где-то. Не, это, наверное, на раз это самое, на раз... Ну, короче, на размножение. Валя, ты уверена? Вот перевал через Альпы. Перевал Дятлова, тракт Тибидор. Огроменные. Ох, моя нога по сравнению. Кстати, вот эти самые, вот эти красные штучки, это метки дороги, чтобы не заблудиться. Вот такие развешивают вот эти красные меточки. Если идешь какой-то в каком-то определенном направлении, какой-то определенной точке X. Такие меточки. О, оказывается, снимает. Ладно. О, красота. Оказывается, надо, когда отдыхаешь, поворачиваться в сторону дороги, откуда ты пришел. Так сказать, в долину смотреть. Да, долина, конечно, шикарная. У нас ходит... Короче, вот эта граница, которая... Я не знаю, когда, может, 300 назад... Граница между кем и кем? Между Данией и Норвегией. А, это вот по этому рову? Рву? Да, да. Вот эти две скалы. Ага. Вот они даже там вот такой есть. Но насколько это правда, ну, это уже... Никто не знает. А что это такое там зеленое? Живо, пока. Айлин, идите за мной. Валя, а другой дороги никак нету? Можно идти. Параллельно. Это? Оксана, ты что? Да ну нафиг. Оксана, ты пройдешь. Оксана. В общем, господа,
И дамы. Вот куда туда. Обратно пойдем поедем. Капец. Да, ну в общем, короче, яйца бить не надо будет, они уже будут это разбитые. Тут такой прям острый. Что у нас тут? Смотри, чтобы это. Да. О, как раньше контрабандисты передвигались через это самое пограничника. Это вот хрен знает, куда туда ползти. Ой, девоньки, я вас обожаю. Раз, два, три. Ты же спортсменка. Молодец. Горжусь. Оксаночка, все, тебя ждем? Да, сейчас. Давай мне ее рюкзак. О, тут еще снег лежит. О, какая глубина. О, глубинища. О. Чувствую себя этим самым. О. Да. Я чувствую себя этим самым Винни-Пухом, который. О. Вот такая. О. Ну, конечно, это может и стоило того. Проползти сквозь такую. О, и дождик. Вовремя. Прям так вовремя. Такие каменюшечки. О. Да, конечно, это самое. Вот там вот тоже вот этот камень, когда лежит. О, кстати, дождик пошел. Конец классно. Туннеля. Обалдеть. Вообще, ты знаешь, я тебе хочу сказать. Ой, зашибись. Ага. Ой, ну вот этот камень, конечно, вот этот, который вот там вот. Это вообще просто жуть. Вот такая вот красотища. Вот оттуда мы приползли. Преодоление. Я хоть ничего там не потеряла. Я на месте. Сплошные горы, пригорки. Вот. Сейчас надо будет вниз ползти. Вот туда. О, какая красота. Офигеть. Блин. Вообще. А мох какой красивый. Ой, сказочно. О, доползли почти. Спустились сквозь. Фух. Вроде жива. Конечно, такие вылазки, это просто... Для меня это супер подвиг. О, какая красота. Вообще. Девчонки говорят, что это прям маршрут тяжести номер 10. Не знаю, для меня прям суточка. Так, это что такое, лодка, что ли, там? Портрет с водой. Лодка.
Девочки, машем, делаем ручкой. Ручкой, ручкой. Умнички. Не дотянула. Там прям как Мишка. Еще назад идти. Какая у нас тут? Между собойчик такой вкусняшки. Тут разные такие все поют. Я такой историк, ну, запоминаю, но вот запомнила, но сейчас не помню. Да, запомнила, забыла и все. Если бы ты меня спросила тогда, когда я запомнила, я такая. Мальчики стреляют, идите домой. Помнишь, что говорила? Да. Я не так люблю салюты. Идите домой, мальчики. Очень громко, да, они кидают. Вы собираетесь. Валюша, покажи. Возьми покажись, да. Лилиана, десерт вот только что был здесь, я его взяла. Обгорела. Колбаса. Нет, она не обгорела. Да. Она просто обгорела. Да, ну и замечательно. Идите с мамой, садитесь вот сюда. Я после сладкого всегда. Да, оно очень это отрезвляет. После сладкого тянет народ на сосиски. Пока, пока. Ой, ну конечно, в такой красоте тут не то, что сосиски, на все, что хочешь, тянет. Валя, осторожно, осторожно. Дать тебе? Райан, все. Все готово. От переместа мест, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Ой, как же красиво. Боже мой. Все, уходим. Зачищаем территорию. И уходим. О, что-то по это самое посерело. Потемнело. Ой, красота. Сказочно красиво. Вода такая черная-черная. И такой коридорчик, смотри. Ага. Видишь, какой, ну. Заманчивый, когда вот солнце, когда, а когда вот это самое, как потемнеет, так сразу так. Как-то так моментально похолодало. О, красота. Красота, Оксаночка? Не то слово. Да, Валенчик. Да, дождь начинается. Ручкой помаши. Сейчас. Солнце греет, дождь начинается. И все. Так что вот такие камешки. Все, почапали назад, поползли. Так, территорию мы зачистили. Чистенько, хорошо. За собой не оставили ни яичных скорлупок, ни бутылок, ни пляшек никаких. Но тут еще, оказывается, я не видела, только увидела. Такая нычка есть с дровишками. Ну так, думают о людях. Альтернатива, это другая дорога. Девчонки тут ломают опасные ветки. Одна минута! Одна минута! Мамуле! Утёс! Дайте, как я посмотрю, где как девочки как идут. Тянет! А у вас осталось 2 минуты! Да! Раз шаг, давайте! Даём! Давайте все вместе-то станем хоть! Говорят, у них снег идет, да? Вот, ага, вот там мы оттуда приползли, там, где эта елка, вот там это озеро, а вот там снег лежит, но мы туда не поползем. Девчонки, мы как гномики. Вот мы вот там вот эта штука, этот каньон,
Мы по нему вниз туда ползли. Ой, конечно, красиво. Запомнено все оставшееся. Красота. Сейчас вниз, вниз и уже почти у цели. Ой, прямо аж голова кружится от такого, от такой красоты. Вот там вот мостик, через который я переезжала. Вот он мостик такой. Вот где он там. Видно. Тут такие потрясающе красивые елки. Какой-то вид особый. Даже не знаю, как это называется. Ну, смотрите, какие веточки прям. Сказочно красиво. Прям фантастика. Спросила, вы сами сожрали? Говорит, нет. Видно, были старые. И вот сейчас уже молодняк пошел. Вот они такие лопатые такие. Лапища такие. Потрясающие. О, красота какая. О, прям такая. Лапы. Красота на фоне. Да. Дождик. Забыла, что снимаю. Финишная прямая. Вот они, такие тракторные яйца. Это высота их. Прям мне по плечо практически. Здоровенные такие. Масики такие. Масики, пухнасики. Вон они. Пухнасики. Вот они. Березка. Главный спилили. Она пошла одна. Потом пошла вторая. Пошла третья. Как букваша просто. Корень живой. Все, наконец-то домой. Вот. Я переоделась, так что теперь можно. Немножечко дождик подмочил мою, так сказать, репутацию. Поэтому. Ослабла после. Да, что ж такое. Ослабла по горам, да по горам, да по привольям шастать. Ой, так что сейчас экипируюсь и домой. Солнышко вылезло уже, так что ой, глазки мои забыли. Где мои глазки? Глазки. Ну все. Домой. Вот этот мостик я показывала. Сверху, с горы. Кабум. Дождик очень хорошо, это просто вон эти горы с этим самым, со снегом.
что мне завтра к вечерней смене. Здесь река горная, вот она. Параллельно дороге идет. Рассупониваемся и спать.